Вы работаете? Да. Где, кем? Автоэлектрик в автосервисе. По какому поводу вас задержали сотрудники полиции? По поводу мошенничества. Расскажите, каким образом вы совершили данное преступление? Разместил объявление на своем, личном кабинете в Авито. И мужчина, позвонив мне, попросил посылку отправить и перевел денежные средства на карту. А что это было за объявление? Что вы продавали? Сканер продавал, диагностический.